В Махачкале 14:45 в студии Фарида Чупанова, редактор Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Советник президента России Герман Клименко и председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов возглавили Оргкомитет по подготовке и проведению интернет-форума «РИА Кавказ-2016», который состоится 25-26 августа в санатории Каспий. Соответствующее решение было принято в рамках круглого стола «Интернет-отрасль как внутренний резерв развития Северного Кавказа», который прошел в конференц-зале Дагестанского технического университета. Открывая форум, премьер-министр подчеркнул, что развитие интернета – очень важное направление. Сегодня в Дагестане первый день Рамадана. Рамадан – месяц поста и поклонения, веры и очищения, раздумий и духовных поисков. Убежден, что дни этого священного месяца, проведенные в особом служении, послужат духовному возрождению и обновлению всех истинно верующих. Пусть в этот благословенный месяц ваши молитвы будут услышаны, и Всевышний принесет умиротворение и благоденствие в каждый дом. Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, мира и благополучия, говорится в поздравлении главы республики Рамадан. Рамадан является одним из пяти столпов ислама и обязателен для всех верующих, говорит председатель Духовного управления мусульман Дагестана Идрис Хаджи. Братья и сестры, уважаемые мусульмане, хочу искренне от всей души поздравить всех мусульман с месяцем Рамадан, месяц милости и месяц прощения, чтобы этот месяц послужил для нас причиной прощения всех грехов предыдущей жизни. Поэтические чтения, посвященные Пушкинскому дню России, прошли 6 июня в день рождения русской поэзии в Махачкале. Республиканский центр русского языка и культуры провел торжественное мероприятие у памятника поэта в Театре поэзии. Министр культуры Дагестана Зарима Бутаева поздравила собравшихся от имени главы республики Рамазана Абдулатипова, по инициативе которого был создан Театр поэзии. Новости культуры. Сегодня в Махачкале в Театре поэзии моноспектакль Александра Пласолова по роману Пушкина «Евгений Онегин». Постановка Дагестанского театра оперы и балета. Концертмейстер Максим Чешуев. Вести спорт. Более 200 дзюдоистов приняли участие в открытом всероссийском турнире памяти имама Шамиля в Кизилюрте. По итогам стартового дня лучшими были хозяева татами. В заключительный день соревнований отличились представители Махачкалы. Погода. В Махачкале 24-26 тепла.